двухдверный дути, правильно? Наверное, да. А это двухдверный не дути. Там просто качерок, это же 86, а качуго это 86, может какасука, не какасука там. Какатора это типа седан. Я знаю Кендер. Я знаю Яуэ, Юрий. Синтакли. Ну, об этом не будем. Лакшери, ты ж не видел? Я не видел, но я знаю. Ты знаешь, что я купил Хаку, да? Да. Да, нет, блин. А он с аукциона взял или нет? Нет, она была на площадке. На площадке где-то в Японии, да, там стоит? Да, да, да. Бэху купил? Да, брат, смотри. Вот, смотри. Сань, привет. Вот она страшная. Я просто привык как видеть, понял, на дисках, низкие такие. И чё, как тебе? Пойдет, понятно. Пойдет. Ладно. А где эмоции? Кайф. Что штампы не нравятся, она не палится нахуй. Вот хипстер. Он точно должен знать. Я уже вижу поэтому по. Да, вот смотри, кто мы сегодня купил. Сань, привет! Поздравляю, хорош. Не, кайф, 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 хорош. Хорош. Поздравляю. Спасибо. Так давно ее хотел. Не BMW, правда? Не универсал. Да пойдем. Так поверю, и так поверю. Поздравляю. Спасибо большое. Тебе гниль надо показать, да? Нормально все. Ух ты. Это ты про нее говорил? Да. Поздравляю. Спасибо. Красава. Витя, парень поставил цель. 3 года к ней шел, как ты говоришь. Ну, 2 точно. 2 точно. Неважно, цена. Вот так. Слушайте, вон, смотрите на калаша и поднимайте свои задницы и работайте для этого. Сделай эмоцию, будто ты в первый раз. Вау! Черт! Да, дверь как гвоздик закрывается. Поздравляю. Конечно, твоя мечта исполнена. В общем, что хочется сказать с нашим любимым автомобилем. Я уже боюсь представить, даже в который раз приключилась боевая травма. Но на этот раз, на самом деле, она достаточно серьезная. Уехали оба стакана, уехали лонжероны, печальненько все. Но, так как мы этот автомобиль очень любим, умереть мы ему просто так не дадим. Я вернулся и сразу же, как в старые добрые времена, начинаю доставать отсюда вот этот любимый мотор, который я доставал отсюда уже, я не знаю, сколько раз. Надо полностью освободить под капотку, то есть снять всю проводку, вакуумники, ну, все тут снять, чтобы машина уехала на стапель. Возможно, она будет выглядеть не очень симпатично. Вот, что хочется сказать, приступаем. Че, давай помогу тебе? Да бог в помощь. А что так? Не впервой уже. Подожди, братан, я знаю, что мне надо сделать. Я беру инструмент, вот пишу, что я собственными руками ничего не делаю. Вот смотри, беру инструмент. Вот это можешь гайку открутить. Все. Собственными руками все делаю. Че еще? Вот это могу открутить. Пока нет, это не надо. Вот такой же, смотри. Это не надо откручивать, мы туда не полезем. Ну подходит же, нет? Ну подходит. Сюда подходит. Тоже не надо. Так, ладно. Все, в принципе, спасибо, я уже дальше справлюсь. Самое сложное, это тоже не надо. Сюда не подходит. Блядь, поцарапал, да? Ну, в общем, что? Вчера я, Илюха, разобрал казашку, сегодня я разобрал мотор. Ну, чисто так, для ревизии, посмотреть, что у нас там по вкладышам и что внизу вообще. По вкладышам еще бы поездил. Ничего такого криминального нет, то есть есть как бы следы работы. Вот, шатуны по корням. Ну, так, какие-то мелочи видно, что пролетали. Полукольца чувствуют себя точно так же, как и все остальные вкладыши. В целом, раз уж разобрали, и раз уж есть какие-то дефекты, то сейчас сразу и поменяем. То есть ты хочешь сказать, вот мотор стоял 2 года, и с ним, по сути, ничего не случилось? Да, именно так. Ну, то есть, есть то, что должно было с ним произойти за 2 года жесткой эксплуатации. А собран он на герметик был или на прокладку? Я не готов отвечать на этот вопрос. Одеваем шапочку, перчаточки, и можем приступать к сборке. Далее, так как у нас не осталось обозначений на шатунных вкладышах, дабы убедиться, что колено у нас не ремонтное, мы его померяем. 47 948. Сток у нас 47 974, а у нас 47 948. Ну вот, 47 950. Короче, сток — это не ремонт. Так что ставим стоковые вкладыши и все.
Следите за своими моторами и меняйте вкладыши вовремя. Шутник, блядь, что за блядь? Ой, господи. Сэр, все делай. Вот же она. Ну слушай, как новая вообще. Как будто ничего и не было. Да он в чем он стоит вон на двух этих. Нормально. Видишь? Ну блять, ну я с этим ничего не сделал. Ну она такая ровная никогда не была, я тебе хочу сказать. Да. А че багажник здесь реально косой? Петлю загнул? Ну, не, опусти его. Он у вас вообще вот так был. А, да? Ну он. Ну так удар в крыло будет. Сейчас замок поставлю, он будет замком притягиваться. Все нормально. В общем, по морде, смотрите, как все у нас все хорошо. Ездили, короче, на склад, искали железное крыло. И вот оно вот такое. Кто-то тут когда-то зачем-то это обгрыз, непонятно зачем. Кстати, если у кого-то что-то есть, какие-то запчасти, но на дорестайловую четырку, то я думаю, можете написать. Возможно, что-нибудь и купится. Ну блин, слушай, реально как новое вообще. Как будто ничего и не было. Как новое, можно даже и не красить. Помыть так. Все, стакашка, все встал, распорочка стоит, крылышко, все чики-пуки, фара на своих местах. Слушай, ну, похоже на правду так-то. Слушай, идеально, просто как новое. Че, легко тянулось? Не сказал, приходилось выворачивать вот так вот, чтобы потом выставить, блядь, пробить. Слушай, ну еще пару раз в это место, я думаю, можно будет руками ее править. Нет, все равно. Ребят, блин, ну жизнь дороже, нахрена лучше. Себя надо беречь. Нормально, пойдет. Я, конечно, понимаю, что ничего не боится, но не настолько. Нормально, нормально. Походит еще. В общем, пока там Вова устанавливает маховик, Никита сейчас вам объяснит. Что тут происходит вообще, ёб твою мать? Наша божественная казашка. Божественная потому, что все никак не может отправиться к Богу. Долго машина простояла после стапеля, почти месяц, из-за того, что у нас просто элементарно не было времени, потому что после СДЧ отмахнуло несколько машин, которые нужно было обслужить. Давайте я вам напомню, что с ней вообще происходило. С нее сняли мотор, полностью сняли всю трансмиссию с редуктором вместе, привод один тоже сняли. Отправили ее на стапель. Ее там вытянули очень быстро, ребята, вообще огромный респект. Пока она была на стапеле, пересобрали мотор. Не сказать, что прям нужно было менять вкладыш, но мы решили все-таки заменить, потому что очень редко эта машина попадает под обслуживание, так скажем. Сейчас все собирается, то есть мы установили новую подвеску спереди, новые бесихи ZTR, опять комплект, потому что пара тех, которые стояли на машине спереди, им просто хана. Думали, что кривой кулак, но засунули его в кондуктор, посмотрели, он ровный. В чем я очень сильно до сих пор сомневаюсь на самом деле, но скорее всего он и правда был. Поставили новые рычаги,
новые тяги, заменили одну тормозную трубку, поменяли привод один, так как, ну, это было не связано с ударом, просто там порвался пыльник, а привода у нас здесь стоят от стейджа 6.1, и они у нас есть, мы просто взяли и поменяли его вместо замены пыльника, это проще. И Макс пересобрал блокировку, потому что она начала подыхать, то есть распускаться, когда не нужно, не смыкаться, когда нужно. У нас еще по ней предстоит разобраться вот с этим вот, вот, с этим вот говном. Это проводка, она здесь, вот именно кузовная проводка, она здесь еще вообще с каких-то доэдрических времен. Машина так к нам приехала на этой проводке. Пока все работало, окей, но сейчас решили, так как масштабно мы туда лезем, все равно пересоберем чуть проводку, приведем ее в порядок, чтобы она выглядела аккуратно, работала аккуратно, то есть, чтобы там не было каких-то там нагревов в местах контактов и так далее. По внешке красить мы пока не собираемся. У нас была Цефира в городе с мордой от 4. Ее разобрали, сдали в металлолом, а морду с нее мы купили, и вот там такие крылья были. Что интересно, машина просто нереальное количество раз была в ДТП, так скажем, в авариях, контактах. Это старый металл, он ржавый весь, в некоторых местах гнилой, он мягкий, уже 1000 раз весь там бился, вытягивался. После стапеля идеально прикрутилась балка. У нас все встает на свои места вообще без проблем каких-либо натягов и так далее. Это очень не может не радовать. С одной стороны, а с другой стороны, господи, когда она отправится на тот свет уже? Сколько можно? Ее переворачивали 2 раза. 1000 раз били. Она изначально, по-моему, какая-то вообще неправильная. Не все свои части при себе имеет, скажем так. Но вот пока ходит. Вот это вот. Кстати, надо номера поменять. Это бампер той четырки, которая сейчас покрасилась, кстати, уже полностью вся открашена, господи, там такая вообще девочка. И ждет своей очереди, чтобы заехать, собраться, а потом она будет разыграна. Та самая машина, которая является главным призом в паке, который вы можете купить, написав Саша. Это дорестовый бампер задний с четырки, и это весьма редкая деталь, потому что в основном, ну, их все побили, их практически нету, их сложно найти. И вдруг, если у вас именно лежит такой бампер, он вам не нужен, и вы готовы его продать за какие-то небольшие деньги, мы открыты к предложению. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yo, situation is let's cure it 'cause we're running out of time. It's all so beautiful. Relationships they seem from the start. It's all so. А насос не работает. Где насос где-то? Ну, лицо у тебя было полное надежды, когда она 2 раза так сделала. Успех? Да, проеб 2 часов времени, так? Да пошел ты нахуй, Илья, блядь, я уже должен, блядь, пожрать, блядь. Я тоже. Ты не должен жрать, нахуй, тебе нельзя жрать.
Наказан. Ну зато проводку, значит, нормально собрал. Охуенно, Илья, охуенно! Блять, воткнуть, сука! Ай, иди нахуй, блядь. Так, бля, я разбирал это 2 месяца назад, ебаный рот. Я что, помню, что ли? Ну, я вот сейчас залез, смотрю, какая-то фишка, по-моему, я ее откуда-то доставал. Повернул мост, вот дырочки. Ну-ка, давай еще раз финальный, что точно работает. Подожди, я тебя сниму. Как я опять все это достаю, разматываю, блять, это пизда. Просто думаю, ёбку мать. Все, мы удалили все, что мы делали. Завтра снимем, блядь, чистовую. Не, просто это, нарезку сделал, как она тух с полпиной. Я так фишку тут такая, она тух с полпинкой, мы такие, да. Работа выполнена профессионалами. Ну вот она, S14, казашка, перетерпела все, Леня Шнайдера, СДЧ, 22-й год. И наконец-то она готова врываться в 23-й год вместе с вами. Мы стоим на нашем закрытом охрененном полигоне. В целом я казашкой доволен, очень рад, что она у меня есть, очень рад, что она вернулась обратно в семью, и она не уволена из Сайтмастерс. Так получилось, что это еще и новогодний выпуск. Хочу пожелать вам обязательно здоровья. Здоровья вам и вашим близким. И хочу, чтобы 23-й год ты встретил вместе с Сайтмастерс. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился видос. Поставьте лайк, оставьте комментарий. Подписывайтесь на канал Сайтмастерс. И погнали в 23-й год. Он по-любому будет лучше, чем 22-й. Всем удачи!